друзья. Друзья, всем привет. Я сегодня к Леруа заехала. Покажу вам цветочки вот так. Мандарички. Сейчас дальше пойдем. Я вам буду вот так показывать цены. Я надеюсь, вам видать будет цен. Я вот там буду вам показывать, какие у нас цены. Город Липецк. Суккулентики какие красивые. Новогодние уже. Какие красивые. Друзья, сейчас вам покажу. Вот, может, кого интересует, по Венапсисе. Цены недорогие, я так думаю. Ой, вот эти кроссовки 683 рубля. Вот Микс. Цветочки. Сейчас кое-какие отсюда покажу, а другие оттуда. Орхидерочка какая интересная. Я вам, да? Вот такая у меня есть. Вот и ставить. Потом замазывать все, что расширяется. Крит. Микролит. Амбламенки. Финанка буду у нас. Ой, вот корделинка красивая. Друзья, видите. Так. Филдендрон Малай Голд, он тоже есть. Друзья, вот наверху какие цветочки. Панцетти, микролепицы. Такая цена. Так. Здесь вот как-то всяко. Красавцы, конечно, нет. Она есть, пошла. Я тоже так есть, что я с утра не завтракала. Кровь сдавала на голодный желудок. И у меня аж подложечка посасывает. Хочу чайку попить. Хочу искать, а зачем? Thank you.
съела кокос. 2118. Такой огромный. Стрелиция 8411. Такая. Я смотрите, какой офигел Себастьян. Огромный. Какие там драцены. А это написано, что это цветочек. Сосна написано. Ель Глаука. Сильвер Крес сосна. Бомбина, вот большой лират. Вот какой. Такой вот огромный. Сейчас и тут посмотрим. Вот листья хлорофиту. Вот она красавица. Сейчас, друзья, вот назад вернусь. Вот отсюда пойду еще вам покажу. Тут картончик. Полисцилас. Дорогие какие. Рододендрон Биркин. Лирата Бомбина. Ой, муколочки всякие, хищники. Ой, написались, какие красивые. Антурин. Вот такая цена. Тут дендробины. Дорогие. Кинастром. Цветопилом. Сингоном. Питоне понравится. Так, друзья, сейчас пойдем на оценочку. Такой картончик. Это компасная трава. Компасная трава. Это, я так понимаю, на оценочке. Латечка за 1000. Вот
получает, и трава цветет белая. И она не такого цвета, она белая. Ну, вот такой, друзья, обзор был у меня. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Пока-пока.